И продолжаем наш выпуск. 14 земельных участков изъял у муфтията и вернул Махачкале арбитражный суд республики. Речь идет о земельных участках, расположенных на аллее рядом со строящейся мечетью имени пророка Исы. Кроме того, с общественной религиозной организацией республики взыскали 87 тысяч рублей государственной пошлины. Администрация городского округа с внутригородским делением города Махачкалы обратилась в арбитражный суд Дагестана с исковым заявлением к централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан», в котором просила истребовать из чужого незаконного владения 14 земельных участков, расположенных по проспекту Насрудинова, а также обязать снять эти земельные участки с кадастрового учета. Арбитражным судом Республики Дагестан принято решение об удовлетворении заявленных требований.